Здравия желаю! Сегодня я продолжаю опыт и вот придумал вот такую схемку. Зарядка, батарейка, правда батарейка старая, через реле и через нагрузку. Вот нагрузка, значит, 20 ватт, лампочка спиральная. Вот смотрите, что происходит. Значит, вот сейчас идет зарядка, видите, 7.29, 7.30, хотя никуда не включено, это включено, вот, включено реле только, вот, затраты реле, но это временно, потому что это реле на 220, когда будет реле на 12, скажу, то можно и к батарейке тоже ее, это реле, оно потребляет что-то там полдесятую, там, одну десятую ватта реле. Значит, смотрим. Вот сейчас идет зарядка, видите, 7.31. Дальше. Было 31. Сейчас, видите, раз, и опять пошла зарядка. 7.31 было, смотрим. Семь тридцать два. Дальше. 7.31. 7.32. 7.32. 7.32. 7.33, видите? 7.33. То есть медленно оно заряжает. Семь тридцать три. 7.33. 7.34, видите? 7.34. То есть зарядка идет. Ну, батарейка старая, поэтому медленно. Если батарейка будет поновей. Ну так, подождем немного, до скольки зарядит, вот засекем время. Допустим, 10 минут. Или даже 10 много вам смотреть скучно. Вот сейчас 7.34. Подождем. Минут 5 подождем.
1,35 уже почти. И попробуем довести до 7,4 хотя бы. Чтобы будет понятно, что работает. Подождем немного. Конечно, новые батарейки. Вот должны скоро прийти. Вот 7,35 сейчас. Должны скоро прийти. Там будет все лучше проводить эксперименты. А эта старая, она и так-то заряжается. Если ее подключить и от сети, она будет заряжаться 3 часа. Потому что она дохлая. Тут 7,35 сейчас. Подождем еще немного. Спешить некуда. Если до 7.40 дойдет, значит, эксперимент нормальный. У нас сейчас показывает 7,35, 7,36 уже. Медленновато. Давайте-то, знаете, что сделаем? Попробуем лампочку побольше прикрепить. Как этот самый. То есть эта система на самоиндукции заряжается. Видать, вот эта лампочка, вот эта вот, слабовато. Давайте попробуем побольше. Долго, что ли? Вон у нас есть на 50. Ладно, помощней. Помощней есть. Давайте на 50 попробуем. Как говорится, попытка не пытка. Так. Так, вот это значит напрямую. Один, значит, провод напрямую минус соединяем, а второй через реле. Так.
через реле, вот подсоединяем к реле. А выход реле на плюс. Так. Смотрим. У нас сейчас 7.38. 7.38 где-то, около того. То есть с большой лампочкой получается хуже. Наоборот, на спад идет. Видите, на спад идет. Значит, надо применять маленькие. Еще меньше, чем была. Давайте поменьше сделаем. Так. Еще меньше сделаем. Маленькую какую-нибудь найдем. Сейчас найдем тут маленькую. Так. Ну вот лампочка поменьше. Попробуем на нее. Так. Включаем. Сейчас у нас показывает. Значит, 7.29. Сейчас посмотрим. Опять 7.29. 7.30. То есть это пошустрее пошла. То есть надо лампочку поменьше. Посмотрим, что дальше будет. Тридцать один. Уже побыстрее. Семь тридцать два. Вот с этой побыстрее пошло дело, видите? Семь тридцать два. Подождем. Если до 7.40 дойдет, значит, это эксперимент успешный. 7.33. Тридцать четыре. Пока нормально идет. Пошустрее. Что дальше будет? 7.34.
N35. N36. Если до 40 дойдем, значит эксперимент успешный. Если нет, надо дальше изобретать. N38. N39. Еще не видно. А вот. Сейчас 7.39 было. Вот 7.39. Семь сорок, да. Сейчас еще раз. 7:40. А нет. 7:40. Сорок уже, видите. До 41 дойдем и понятно, что можно заряжать, только на батарейку поновей. Значит, применяется тут что? Самоиндукция. Система самоиндукции.
То есть ток откатывает назад. Ну, это на уроках физики изучают, чтобы не говорили, что это самое. Просто не применяют ничего. Применяется лампа на балласт. Лампочка. Вот такая. Но для балласта. Применяется реле, значит, ставим 1/10 секунды. Это значит, вот, 7.41. 1/10 секунды, значит, у нас подается питание, а 20 секунд у нас индукция, откат идет. Вот, 41. То есть вот такая схема. Сейчас нарисую схемку. Простая схема. Можете попробовать. Так, значит, батарейка. Так видно, не знаю. Батарейка. Батарейка. Дальше. Лампочка вот здесь. Значит, напрямую один минус. А тут вот через реле. Применяется реле Амрон. Значит, у нас идет 0,1 секунда включена. 20 секунд. Идет откат. 20 секунд. Значит, что происходит? Включили, здесь замкнули, вот здесь пошел ток. Потом раз и отключили. Ток вот этот, который здесь собрался, значит, от лампочки. На лампочку собрался. Он назад пошел. И получилось у нас движение такое. Вот так вот. Туда-сюда. Видите, уже 42. А движение дает энергию. То есть таким методом можно заряжать. Но эта батарейка старая. Скоро подойдут новые. Проверим. То есть на запчасти, если будут запчасти, можно было сильно продвинуться. А сейчас всем спасибо за внимание. Вот. Желаю вам всем удачи, здоровья, счастья и процветания.